Так, юху, всем привет, с вами Енот, с вами Фенрир, да? А, Фрея. Мы еще не все обучение досмотрели. Думали, я забуду? Разбежались. Давно меня здесь не было. Бластер. Это, походу, то, что у меня, да, есть? А, да. А, сейчас я позже дам. Сейчас я дам. Так... Можно запастись. А, то есть можно накапливать, получается, заряды. Потом использовать суперпулю. Ага, прикольно. Сейчас я... Так, я вернулся. Так, как говорится, кто-то хотел, чтобы я стримы делал. Так вот, стрим бы проходил в таком формате. Вот считайте, вы опоздали на стрим и просто сможете повтор. А я тут сам с собой разговариваю. И обращайте внимание, также в этой серии мы проверим две теории. А, первую теорию... О, бонус. Ничего полезного. Ну, говорят, тут... Мне же надо какие-то эти клювики найти, этих... Да, мне нужно когти ваджеры. Стоп, а мне ваджа нужна или кто? Мне уже сказали, что типа ты чё, сейчас задание не читаешь. Алло, бери оружие. Да я понимаю, что нужно брать разное оружие. Понимаю. Но мне лень. Лень менять. Так что прости, что гонять, я знаю, этим приносишь огромную пользу. Когти упыря. Вот торгаем под названием Якшараджи, вот, да, все-таки. Это стрелки, по-моему, да? Нет, кстати, Якшараджи. Это либо собака, либо нет. Якша... Нет, по-моему, стрелок. Раджи. Не, ну Раджа это собака, блин. Кто это? Так, ага. Вот, Якш. Нажим нужен Якшараджа. А где его видел-то? Вот он. Нужно фигачить здесь. И... Мне еще кого-то там советовали, но я не помню. Давайте пойдем в Кассиэль. Нано, еще кого-то мне советовали брать. А от кого? А, ну я потом прочитаю и вспомню. Ну, Алису, по-моему. Вот. А, пока я качаю фран, да, мне говорят, бери там что-нибудь другое, бери. Тут у нас плеск, типа, это хорошо. Блин, ну, ребят. Ну, блин. Понимаете, если бы он был бы рядом, я бы не парился. А то, что так бегать искать его... Это лень. А, еще мне говорят, выбери парочку способностей, потому что всех иначе прокачаешь и будет как чмошник. Но я понимаю, вот эти нереал долго качаются. Удар осы, удар налетчицы. Не знаю, по мне прикольно, я бы хотел их покачать. И что это я их не выиграю? Да, будет, допустим, долго, да, враг будет прыгать. Блин. Дайте научиться. Что это такое? Вклад силу шага, сильный удар и волны. Ужасная способность. Так, ну, кстати, против Якши, Раджи, если он стоять будет, хорош. Как раз первая способность, которую ты стоишь на месте и тупо фигачишь. А здесь придется делать шаг и бить. Блин, танец калибри. Какие-то они мне из них не нравились. Вот. Ну, вот шаговая мне вообще не понравилась. Ты вот шагаешь, она как-то бьет ни о чем, если честно. Я вот не знаю, возможно, здесь что-то будет. Видите, пробужденный грань шквала.
Блин, ну надо думать. Воздушный, прикольный, да. Бьешь, летаешь. Ладно, давайте я это в другой миссии сыграю, а тут пока возьму что-нибудь. Я вот не понимаю, чем вот этот от лета отличается. Ладно, мне кажется, прикольно здесь будет. Ань, или кто здесь за кликерами? Вот это, ну он что-то он... Или мне первое было? Такое ощущение, как будто он только стал. Давайте это попробуем. Бум шагу. Я все равно буду хачать все. Я понимаю, что это не так. Ну, поймите, делая одну и ту же работу гриндельную, как навязывать на меня этой китайской игры, это будет очень скучно. Ну и если бы, может быть, я играл бы каждый день, я бы... Мог. Да, блин. Лучше сказать, что делать. Ой, бля, я так не посмотрел, как там стрелять ей. Давай, давай, лупи, лупи, лупи. Прям хорошая еще, прям... Ай! Я же назад отступил. Возможно, да, если бы я играл чаще, я бы запоминал бы все эти способности, я их просто тупо не помню. Мне говорят, бери правильно, потому что иначе он будет страдать, когда будет высокий уровень, когда тебе придется страдать одному. А здесь главное его завалить и все. Смотри, все, пошло. Ну, завалили идею. Вообще изичная тактика. Ладно, его завалим. Мне что-то про пули крови писали. Я, конечно, понимаю, да, что качать все, я просто запарюсь, нужно выбрать одну технику и ее качать. Но, блин, они каждый раз, они уникальны, они дают определенные преимущества. Да, я их беру вообще, не задумываясь о миссии. Возможно, да, в этом есть определенные проблемы. Допустим, про воздушный я мало что знаю. Но вот этим закликиванием я победил воздушного, потому что он пазает, и вот этот урон, это просто его прям... Против него это прям огонь вообще. Да, сложно, но вспомните, в первой части же этого ничего не было. И мы с закликиванием справлялись. И как бы, в чем проблема, я не понимаю. У меня жизни уже не так много осталось. А, все, смотри. 3 минуты. С другой стороны, я понимаю, да, что лучше выбрать какую-то способность, докачать ее, но, блин. Это будет сложно, но, блин, но, блин. Как бы вам объяснить? Надо все это запоминать, понимаете, когда играешь там раз в неделю? Это сложно, но учитывая еще, что нету... постоянства. Работа и прочая всякая дичь, которая не позволяет мне расслабиться, чисто заниматься этой игрой. Возможно, если чисто ее я проходил каждый день, то да, я бы все это запомнил, познал, что мне лучше, что мне лучше. Кто-то скажет, а что тебе мешает? Так, мне когти дали? Коготь упыря. Она ж, по-моему, как раз хотела коготь упыря, разве нет? Коготь упыря. Да ладно. Сейчас. Будем считать, что это был этот шажок. Следующий удар у нас будет вот этот. Сильно воздушный. Будем качать его. Так. Коготь упыря. Почему вторая часть, они до сих пор не придумали, как здесь хорошо искать? Почему нельзя просто подойти и взять, забрать? Забрать. Блин.
Либо я же это не так делал, либо не знаю. Давай. Блин, они у меня все-таки были. Тяжелый коготь, острый бритва, прочный плотный ремень от шлема. Коготь упыря. Ну давай, забирай один. Ход мне были, я зря на него пошел. Еще тебе надо? Отдать его. Большое спасибо. Кажется, ты ему нравишься. Он говорил, что ты его буквально спасаешь. К слову, доктор Кёдзи искал тебя. Он сказал, что хочешь поблагодарить за все. Если видишься с ним, отдай ему это письмо. Передай привет, скажи, что он от меня. Нет, Кёдзи, походу, тот мужик, который единственный здесь такой, да. Вот это. Спасибо, спасибо огромное. Благодаря вам наше исследование успешно продвигается. Автономное управляющее устройство уже почти завершено. Правде сказать... А последний шаг будет самым трудным. Но почему беспилотный солдат? Хороший вопрос. Да смогу. Сейчас. Так, хороший позор. Позволю объяснить тебе, почему божественных солдат должны быть беспилотными. Как следует из названия, они лишены пилотов. Понимаешь, что это значит? Если их уничтожить, никто не пострадает. Не то, чтобы... Я хотел, чтобы их уничтожили, но когда в божественных солдатах сидят пилоты, пожиратели богов рискуют своими жизнями. Почему не поберечь людей? Беспилотные солдаты лучший способ это сделать. Что вы думаете о крови? Кровь была создана в результате исследования доктора Рэйчел. Как я могу не уважать ее воспитанников? Ну да. Она достойна восхищения. Гениальная. Храбрая, красивая. Она превосходит меня во всем. Не подумай ничего, я уважаю ее как... А, великого ученого. Да. Как ученого и ничего больше. Что-то чувак темнит. Ладно. По правде сказать, давненько я так долго ни с кем не беседовал. С тобой легко говорить. А это что? О, письмо доктора Рэйчел. Рэйчел. Мне? Поверить не могу. Ох, прости, я что-то разволновался. Спасибо, я не забуду твоей помощи. Что, задание есть новое? Новое задание от штаба. О, нормально. Ну, мы проверим новую теорию. Мне сказали, что можно пройти пару раз. Так, сейчас, да. История персонажей. Выполнять задание с Наной, чтобы подружиться с ней. Вот давайте будем брать Нану, Коту. И Кэнон. Нана, Кота, Кэнон. Все просто. И говорят, можно взять любую сложность. Давайте это хоть интересно будет. Кота. Нана. И Кэнон. Сказать, что пример надо 3 раза, если я правильно помню. Давайте попробуем. Говорят, можешь выбрать любое задание, которое ты уже проходил. Вот это хорошо. Да, 1, 2, 3. В чем прикол? Блин, надо было не первый выбирать. Первый слишком скучно. It's okay. Stay calm. We can do it. Эй, я тут, иди сюда. А еще мне говорят, что можно оружие усилить, так чтобы наносило нереально до тебя. Там чуть ли не тысячные значения. А что за калибри? А, вот это урон.
Как странно. Считается ли это свободным? А, мне сказали, тут как-то можно пропустить все. О, вернуться на базу. Идеально. Только сейчас вспомнил. Так, ну давай, Кота, мы типа с тобой же дружимся. Угу. Это был первый раз. Блин, тут даже нет врагов-то достойных. Может, сложно взять? Опа, смотрите-ка, события. Ну, можно одного выбрать, да, на события? Смотрите-ка, неожиданно. Работает все-таки, однако, да? Какой кислый. Кошмар какой, я съел. Он закусил киви. Нереально кислое. А, вот летящий лотос, по-моему, да, советовали. Бьешь, бьешь, отступаешь. Пережил я эту киви. Слушай, я вот хотел спросить тебя. Вы, ребята из крови, вы же все друзья, так ведь? Как вам это удается? Нашему первому отряду был у вас поучиться. Капитан Кота, транспорт уже ждет. Спасибо, Хибари. Не возражаешь, если продолжим разговор чуть позже? All instruments reading clear. We're ready to start whatever you are. God eaters, attack! Не вижу смысла отступать от врагов. Допустим, против Скорпиона это уже не сработает. А, еще не сказали, что ножик будет самый крутой. Как ни крути, какой-то Кугуруми. Блин, Кэнон Файт не сбивать. А, чё, всё? Ну, когда, типа, его улучшим? О, давайте проверим, ты. А интересно, если я буду брать с собой на задание чуи? Имеется в виду на... О, как бюст вывалился. А, да. А, типа вот, допустим, мне нужно качать Кэнон. Если я просто на сложное задание, которое не прошел, буду говорить Кэнон. Будет ли мне даваться бонус или нет? Ха.
А? Опять они за свое. Что же мне с ними делать, да? Даже не знаю, возможно, я просто не умею убеждать своих бойцов. Да ладно, тебя никогда всерьез не воспринимали. Они на самом деле неплохо ладят. Каждый из них неуклюж по-своему. У них свой характер. Это да, и характер тот еще. Ну да, у первого отряда другие проблемы. Вряд ли пример крови нам чем-то поможет. Времени потребуется немало, но я разберусь с этим. Главное настроить. Верно? Спасибо, я рад, что смог поделиться с тобой. Да, пожалуйста. Угу. А про камень оружие говорили? Про него что ли? Типа сироганы будут все время сильнее. Наверное. Говорят, про стихийное не парься особо. Я не могу не париться. Я привык париться во второй части с ним. Блин. Отстойте. Класс, эта способность. Мне она прям нравится. Телепортация. Я не знаю, по какому принципу она телепортируется. Но выглядит это очень бафно стало. Ха. Привет, друг с первой части. Интересно, у него такая же тактика. Попал, раздавил. Эй, я в воздухе был. Ага. Ну да, сбить он может, так что надо быть осторожней. Вообще не знаю, что ты прыгнешь назад, да? Все равно пробью здесь. О, уже перец сломали. Дотянулись. Thank you.
Ой, главное, попади к нему. Конечно, по бронебойности ему не уступишь. Есть. Ох ты ж, господи, куда меня выкинул? Ну, мне кажется, вот эта способность, она прикольная, потому что она мобильная. Ах ты ж, гад. Говорят, конечно, враг будет прыгать, не стоять на месте. Все равно будет... Точка. Надо усы его бить, да и все. Броню ему бесполезно пробивать. На. Опа. А, не успел, да? Я пикае вот где-то. Я понимаю, что мои удары по тебе как дробинка слону, блин. Уважай меня, понял? Ай. Юу. Молодцы. Потом когда-нибудь научишься пользоваться. В первой части мне говорили, что без щита не справлюсь. В итоге я первый прошел. Ой, почти не пользуюсь щитом, а здесь еще и в воздухе может быть. Если не буду забывать им пользоваться. Давай. Опа. У него жизни уже не так много, смотрите. Очень неприятно, да? По-моему, когда я сифон бил раньше, я бил слабее. И как еще можно пушкой нанести 10 тысяч урона, или сколько мне говорили? Это по-любому, видно, перекачивать надо. Ну да. Здесь по задницу ему не набьешь особо. Воу-воу-воу. Это без проблем, давай. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Давай им по роже успеть этим делить. Не, не, вот, ох ты ж. Открытый. Он ничего не может мне сделать. Все. Я думал, его будет сложнее забить. Все, если не хватит. Я тут сижу, стою, жду, хорошо. Что мне подсказали? Вот это вот дельный совет, это реально дельный. Давайте расходники, они хоть получше будут. Это мы потом все накачаем. А че не прокачал? О, вот, небесный танцор. Хорошая вещь, надо запомнить. Танцор прям огонь. Ну, добро пожаловать. Прошу прощения, что отвлекаю вас от работы по пустякам. Доктор Кюдзи. Не-не-не, ничего страшного. Рад помочь. Просто, чем я могу быть полезен? Вы слишком скромны, ведь вы один из лучших ученых Фенрира. Гениальный инженер, создающий божественных солдат. Только, боюсь, мы с сестрой не раз отнимали у вас заслуженные лавры. Я ничего не имею против. Я рад иметь дело с достойной соперницей.
Не то чтобы я надеялся кого-то догнать или перегнать вас, но... Не, вы мне льстите. Я очень хочу показать вам кое-что. Может сказать, что мой тайный проект. Подойдите, пожалуйста. Что? О, да. Конечно. Ого, неужели это биологический регулировщик для божественного оружия? Вы очень умны. Он пригодится вам в работе над устройствами автономного контроля. Вы сможете совершать прорыв. О, доктор Рэйчел, это так великолепно, то, что нужно. Вы изучили селективный фактор бойцов отряда «Кровь»? Верно. Вот результаты исследований, их резонансы и все научные отчеты дальневосточного филиала. Обязательно посмотрите. Если вас интересуют подробности, я могу показать вам и свои файлы. Это не просто файлы. Говоря откровенно, я надеюсь, что вы не откажетесь возглавить этот проект вместо меня. Только если вы не против. Я хочу сказать, я всегда об этом мечтал, только вот... В чем же дело, доктор? Мы ведь конкурируем с вами, доктор Лейла. Почему же вдруг вы решили мне помочь? Ведь вы многое теряете. Извините, но я не желаю отвечать на столь оскорбительный вопрос. Доктор Рэйчел, я не хотел... То есть... У меня есть только одно условие, доктор. Вы объясните результаты проекта плодами своих трудов. Мое имя упоминать не должны. Что? Мои изобретения помогут человечеству, я горжусь этим, но у меня нет никого, кроме сестры, я не хочу ее потерять. Я прошу извинить, доктор, за такие подробности. Нет, не извиняйтесь, я вас хорошо понимаю. Спасибо за доверие. Я восхищаюсь вашей преданностью, как делу, так и сестре. Спасибо вам, доктор Кёдзи. Меня бесконечно радует ваше согласие. Я скопирую для вас информацию на диск. Я немедленно приступлю к работе. Позвольте еще вопрос. Как вы считаете, мы могли бы теперь стать друзьями? Доктор Рэйчел? О, я прошу прощения, вы что-то сказали? Нет. Ничего. Интересный диск. Так, что-то тут происходит интересное. Наш проект движется семимильными шагами, и все благодаря тебе. Спасибо. Семья все. Давно не виделись, как дела? Я слышал, ты собираешься возвращаться в дальневосточный филиал. Ромео ужасно возбудился. Ходит и размахивает руками, предлагает выйти тебе навстречу. Мне бы тоже хотелось немного поговорить. С нетерпением жду твоего возвращения. Похоже, Ромео приходит вас навестить. Значит, возвращаться на дальневосточный филиал будет вас ждать на Фенрире. Так, что ты, как тебе сюрприз? Я подумал, что тебе будет одиноко. Мы возвращаемся на Дальневосточный Восток. Ага, классно читали. Когда подготовишься, дай знать. Ладно, скоро уезжаешь на Дальний Восток. И тут, наконец-то, посмотрим инструкцию к устройству поддержки. Нужно вернуться и собрать в один документ все, что понравится. Так, ладно, кого нам надо следующего с собой потаскать? Походу, у них он как-то аккумулируется, ну. Сейчас. Личные способности. История. Выполняйте. Вот надо мне нужно. И Кэнон. Нано и Кэнон. Дальше без разницы. Похоже, Ромео приходил вас навестить. Значит, возвращайтесь на Дальний Восток. Мы будем вас ждать здесь. И что мне делать? И куда мне? Как мне вернуться на Дальний Восток? Вы офигели?
Как мне вернуться-то, алло? Не бойся, я больше не сбегу, я обо всем договорился с Джулисом, так что кое-что пытаюсь перевести доктора Рэйчел обратно на Дальний Восток. Может, прогуляешься со мной немного перед отъездом? Хорошо. Круто, поехали. Уже на здание. Поговорить можно и потом. Ах ты ж гад. Ах ты ж гад. Я на тебя рассчитывал. Блин, он меня прям заставил пойти на задание. Ух ты. До 3, до 5, потом до 7, а потом видно будет крылья. Блин, это крутая способность. Если он на 2 будет увеличивать. Ху-ху-ху. Так, ладно. Правая кнопка, глиссистая атака, цепляешь клинков оракула. Я понимаю, что не прокачаю, не надо на меня кричать. Так, синтез. Оружие ближнего боя. Где-то плюс один, вот. Преувеличение. Ух ты. Или дурман. Блин. Конечно, так, пусть будет плюс 4 пока. Пошли. Ну давай, гроба. Но он меня лечить не будет, поэтому нужно осторожно быть. Так, главное под удар не лезть. Я прохожу прям все. Ярость тоже. Нам мы прорезали его туловище. Оу. Я не подумал, что он будет забыл про эти походы сейчас. Ай-яй. Ну, а ты хороший хил. Блин, один я тут чисто такой дамажу, команде вообще никак не помогаю. О, это ж прокачано, по-моему, как раз. Я же как раз в прошлый раз прокачал, так и не воспользовался. Пунь. Хотел, а? Видели? Вообще офигел, это гроба. Килька переделанная. Не смешно, прям мега стильный. Не должен был пробить меня. Вообще офигел, а? Я однажды, блин. Не сработало. Как я спереди это оказался? Так. Да. Не до стрима. Не то, что за записи.
Блин. Я уже должен был закончить мне график. График, иначе я опять лягу поздно и сдохну просто. Скажете, почему? Да потому что играю мало. Мне нужно разбавляться. А это только первый из двух. Да умри же ты, а. И кто тут вылез? А, таракан. Ну и зачем ты это сделал? Чем ты это делаешь? В целом же вещь прикольная, как бы летит. Если попадать еще, это вообще будет нормально. Я вообще-то был в воздухе, это не волнует дальше никак. Нет! Ты должен в другую сторону прыгнуть, значит, что-то за фигня. Приятно, да? Да, я тебе, что ты в ярости. Не дотянулся, да? Я же уходил. Он уже весь разломан. Интересно, это мои способности будет или нет? Просто, возможно, вдруг здесь удар какой-то проникающий. Или это все благодаря Коди? Ладно, уже раз долбом лезть. Его осталось тут только добить. Я все равно забью. Да. Нёх, хавальник, самое слабое место. Его если набить хорошо ему. То он офигеет. Сейчас мы его напинаем. Все, я ж говорю. Не, ну способности все-таки разные, они крутые. Я не могу выбрать одну. Пусть лучше я там гриндом займусь. Все равно не каждая там плюс-минус дает определенную плюшку. Там где-то усиливает урон, там где-то она более маневренная, там где-то еще что-то. Где-то урон просто в x3. Со временем мы выясним, что из этого нам не нужно. Но это только со временем. Так.
Давай сюда. Приказ, еще одно дело сделано. Стоит пожрать ли богов? Вместе мы можем победить любого врага. Порубить капусту его. Ага. Hey, listen. I've been thinking. А, слушай, я тут подумал. Как бы мне, ну, сражаться не хуже других? Но как я могу приносить больше пользы команде? Я пытался повторять за Гилом, пытался вырваться вперед, как Нана, все перебрал. Но, видно, это все не то, да? Видимо, надо просто выжимать все, что можно из собственных талантов. Просто все вы такие крутые. Ты, капитан, Сель, Нана, даже Гил. У меня на что, что уметь никогда не получится. Поэтому я и задумался, но должен же я уметь что-то, чего может. Не можете. Кровь. Крупнейший отряд. Мне просто нужно найти в нем место. Спасибо, что слушаешь. Надеюсь, тебе не совсем противно слушать мое нытье, вице-капитан. Конечно, противно. Так, с ними мы трепаться не будем. Сказали. Так, спасибо за команду, бла-бла-бла-бла-бла. Новые задания будут, не будут, просто сейчас проверю. Так, да-да-да-да-да. Нет, все еще четвертый, ладно. Ну что ж, всем хорошего настроения, всем до следующей серии. Если не забуду, поговорю с ними в следующей серии. Всем пока.